nello spirito del partenariato, sia nel campo che possiamo proseguire con i nostri contatti bilaterali. Знаю, что сегодня у вас еще будет встреча с министром финансов России. E quindi oggi possiamo, voi potete proseguire. Grazie, caro collega. Уважаемые СМИ, и это дало нам возможность обсудить задачи, которые... Сегодня мы обсудили также международные вопросы, по которым Россия и Италия тесно взаимодействуют. Это касается и всей проблематики Западных Балкан, и ближневосточного урегулирования, и ядерной программы Ирана. E il grande accordo che si sta negoziando tra Eni e Gazprom. Еще есть очень важный договор, по которому сейчас идут переговоры между Eni и Газпромом. Che è un accordo di qualità nuova. Это является договор нового качества. Perché noi intendiamo aprire il nostro mercato a questa grande società russa perché possa venire a vendere il gas in Italia, non soltanto vendere il gas a qualche società italiana che poi lo vende in Italia. Una grande novità. Спасибо. Большое спасибо. Значит, для прессы маленькое